Начнем программу с рассказа о том, как отметили День Победы в Киеве. Представитель Украинской Православной Церкви в День Победы возглавил молитву по погибшим во Второй мировой войне. Вместе с его блаженством молились епископат, духовенство украинской столицы и студенты духовных школ. 9 мая, в день празднования Победы над фашизмом, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украина Ануфрий посетил парк Вечной Славы в Киеве. Архипастор вместе с сопровождавшими его архиереями и духовенством возложил цветы к могиле неизвестного солдата, а затем участники церемонии вознесли за упокойные молитвы по погибшим в годы Второй мировой войны. На своем архипастыре молились управляющие делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, викарий Киевской митрополии и духовенство Киевской епархии. Сегодня день Великой Победы, которую совершил Сын Божий для того, чтобы людей освободить от зла. А также поздравляю с Днем Победы, который мы сегодня отмечаем, с Днем Земной Победы, которая была одержана в годы Великой Отечественной войны народом, всеми народами, которые входили в состав Советского Союза. Была Великая Армия, в которую входили и украинцы, и россияне, и белорусы, узбеки, грузины, армяне, евреи, все. Вместе победили то великое зло, которое называется фашизм. Это крайняя форма общественной гордыни. Мы сегодня молимся об упокоении тех вождей и воинов, которые положили свою жизнь на алтарь божественной любви, которые отдали свою жизнь для того, чтобы сегодня мы с вами жили. Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных. Тех ветеранов, которые живы, пусть Бог благословит здоровьем и всем, что нужно для земной жизни и спасения в жизни вечной. Всех поздравляю с днями Святой Пасхи и с Днем Победы. Христос воскрес!